Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня в обзоре у нас снова проект MetaMax. Сейчас обновится у нас информация, друзья, по этому проекту, потому что у нас будет скоро пресейл на Pink Sail Finance через 3 дня, ну, практически 4 дня. Я уже делал обзор на этот проект, поэтому, друзья, можете переходить на YouTube, там у меня уже есть видеообзор. Можете ознакомиться с этой информацией. Ну давайте вкратце вспомним, что это за проект. MetaMax — это дефляционный токен, который будет у нас генерировать доход своим холдерам в бусте, то есть в стабильной монете. Построено у нас все будет на Binance Smart Chain. Довольно неплохой проект, следовательно, можно неплохо на нем заработать. Особенно если мы будем покупать на Pink Sail и потом продавать после листинга. Обычно это неплохие иксы. Контракт, белая бумага, видим, какое у нас соотношение. То есть на каждую транзакцию у нас будет налог 8%, 4 реварды холдерам идет, маркетинг 1%, development 1%, public сжигание burn, public burn 1% и в liquidity pool у нас 1%. Нормально, хорошее распределение. Видим, что у проекта уже добавляются различные партнеры. Видим, что у нас будет скоро листинг на PancakeSwap партнер. CoinGecko тоже обещает листинг. Партнер сеть, потому что у нас построен на Binance Smart Chain, CoinMarketCap в перспективе сделать листинг. И видим, что уже есть Pink Sail. Можем переходить вот сюда и ознакомливаться с информацией. И CoinLib. Если какие-то вопросы вас, друзья, интересуют, можете связаться с поддержкой, написать сюда, в эту форму. Есть также Twitter, Reddit. Reddit, там я не знаю вообще, кто-то пользуется. Отпишите, пожалуйста, в комментариях. TikTok и Telegram. Telegram неплох уже, больше уже 14 тысяч. MetaMax Token Group. Переходим сюда, если какие-то вопросы вас интересуют, что-то хотите узнать, здесь вам обязательно админы помогут, поэтому... Если какие-то вопросы есть, пишем сюда. Или можете спросить у меня под роликом в комментариях. И давайте посмотрим, что у нас на Pink Sail. Адрес контракта, MetaMax, токен у нас будет называться вот так, тикет данного токена, decimal, адрес данного токена. Supply у нас в проекте будет, получается, вот это количество, 10 миллиардов. И на токен по пресейл у нас будет выделено вот это количество данных токенов. То есть 1 миллиард 375 тысяч. На ликвидность вот такое количество токенов. И видим, что у нас пресейл рейд 1 BNB будет равняться 1 миллиону 375 тысячам токенов. И листинг рейд 1 BNB равняется 1. То есть капу собирают у нас организовать в размере 2 миллионов долларов. И у нас софт кап 500 BNB и хард кап 1000 BNB. Видим, когда мы можем уже участвовать в пресейле. Вот все даты есть по UTC. 28 числа 06.2022 года в 5 часов по UTC. И завершится у нас 3 июля в 11.59 по UTC. Листинг у нас, друзья, будет на PancakeSwap. Можем вот сюда уже перейти и видим, что уже листинг уже практически есть. Осталось только заблокировать данные токены. И уже вперед можем уже покупать именно на PancakeSwap. Или же в нашем случае, кто уже покупал, можем продавать данные токены по хорошей цене. В этом я, конечно же, надеюсь и в это верю. Потому что можно хорошенько иксануть. Здесь у нас вверху есть социальные сети. Это сайт, Twitter, Telegram. И видим, что у нас минимальная покупка 0.1 BNB и максимальная покупка 10 BNB. Что нужно для того, чтобы прикупить себе данных токенов? Всего лишь подключить свой кошелек MetaMask, сеть выбираем Binance Smart Chain. И здесь вводим какое-то количество BNB, коннектим, нажимаем оплатить, купить и уже... Покупка автоматически происходит, токены попадают на наш кошелек. Все, друзья, вот таким вот образом можно покупать, участвовать в пресейле, а потом ждать листинга и надеяться, верить в то, что проект хорошо себя покажет и даст нам хорошенько заработать. На этом, друзья, я думаю, буду заканчивать. В принципе, уже есть второй обзор, просто хотел обновить информацию о том, что есть уже пресейл на Pink Sail Finance через 3 дня, 23 часа. Поэтому... Если какие-то вопросы есть, пишем в комментариях или переходим в телеграм-группу, задаем именно админам. А на этом у меня все. Надеюсь, мы с вами заработаем. Всем, конечно же, профита, друзья. Пока-пока.